В январе 2018 года якутянка покорила интернет заснеженными ресничками. Фото якутской «Снегурочки», так прозвали Анастасию Груздеву, покорила пользователей интернета с разных уголков мира. В апреле приз Международной федерации кинокритиков на 40-м Московском международном кинофестивале получил якутский фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова. «Царь-птица» рассказывает о 30-х годах 20 века. Это история о том, как дикий орел, который считается священной птицей, залетает в дом к двум людям. Хозяева не выгоняют его, а наоборот начинают подкармливать. На фоне этой ситуации разворачивается целая психологическая история о человеческих отношениях. В конце мая Владимир Путин провел рабочую встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы региона. А в сентябре на досрочных выборах главы Якутии Айсен Николаев, показав один из лучших результатов по итогам выборов России, одержал уверенную победу и вступил в должность главы Якутии. В июле в Якутии состоялись первые международные интеллектуальные игры для детей. В битве умов приняли участие более 700 одаренных детей из Швеции, Румынии, Словении, Таиланда, Мексики и других зарубежных стран. В октябре пропавших в Анабарском районе Якутии двух мужчин и одну девушку нашли живыми и здоровыми. Их искали 6 дней. По словам спасенных людей, первые двое суток они ночевали под открытым небом. Затем нашли охотничью избушку, в которой не оказалось продуктов питания. Далее они дошли до другой избушки, в которой нашли еду. В ноябре в Якутске прошел чемпионат мира по масс-реслингу. Представители более чем 39 стран мира приехали в Якутию на чемпионат мира по масс-реслингу, что показывает высокую ценность этого вида спорта. Отрадно, что народные якутские игры спустя века превратились в зрелищные спортивные схватки. В декабре на конкурсе «Мисс Мира 2018» впервые Россию представила якутянка Наталья Строева. Финал конкурса состоялся в китайском городе Санья. Вместе с якутской красавицей за звание самой красивой девушки мира поборолись представительницы 116 стран. Наталья Строева – обладательница титулов «Мисс Республика Саха-Якутия» и вторая вице-мисс «Россия».